зрители и подписчики моего канала, с вами Нейт, и мы продолжаем проходить игру Gone Home. Давайте, как у нас уже принято, проведем небольшую зарядку для тех, кто не подписан. Возьмите мышку, выключите полноэкранный режим и подпишитесь. Это очень хорошая зарядка, и мне она сильно поможет, поэтому вот это... Подпишитесь, пожалуйста, мне это очень поможет. Ну что ж, в предыдущей серии мы остановились прямо перед этой дверью, мы нашли ключ от нее. А, не, мы нашли ключ от подвала. Во-во-во. Что-то я не хочу в подвал идти. Так. Так, извините. Так, идем в подвал. Вот это мне очень... Вообще никак не улыбает. Идти в подвал, ну ладно. Вот эта дверь. Так, а куда же тогда идти? Где подвал? А, ну вот, ту бейсмент. А, не, это другая дверь. Что-то я туплю в этой серии конкретно. Фух. Так. Короче, нам до самого конца идти надо. До конца коридора. Тут мы уже все прочитали. Блин, что-то подтормаживания какие-то странные. Это мы все читали. Давайте-ка немножечко уменьшим графику, а то что-то реально подтормаживания какие-то странные. Бейсинг мы уберем. Ну вот, нормально. Подвал, блин. Как я не хочу туда идти. Давайте-ка мы сначала... Точнее, не мы, а я. Зашторю окна, потому что я не вижу ничего. Ё-твою. Чёрт. Кстати, вот тут вот графика немного похожа на графику The Walking Dead. Прикольно. Это чё такое? Чё за подлагивание? Так. Ничего страшного. Дорогая Саманта, мне бы хотелось тебя поблагодарить за что-то. Ну, за то, что ты меня приняла в день благодарения в твоей, так сказать, милой семье. Мне, ну, понравился ужин. И мне было немного странно находиться так долго с твоими родителями, но это было даже весело. Короче, было кардинально весело. Типа, твоя там близкая подруга и так далее, Лони. Так. Дорогая миссис Де Сотто. Это Лони Де Сотто, видимо. А, ну это то же самое было написано. А, это они друг другу, короче, писали. Саманта и Лони. Ну, понятно, короче, то же самое писали. Типа, мне тоже было приятно тебя принять в нашей семье на этот праздник и так далее. А, ну, попёрло сразу. Саманта плюс Лони равно любой, блин. Лесбиянки, блин. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you.
Так. Ну, все. Чё за скрипы, блин. Все по-другому сейчас. Я имею в виду, что мы все еще, так сказать, дружим, как и в прошлом, как и до этого, но теперь, когда никого нет вокруг, ну, вы знаете. Ну, или ты знаешь. Ну, ты можешь сказать, что мы встречаемся, но это секрет. Секретные свидания? Хм, я не знаю. Ну, наверное, это, так сказать, наверное, я думаю, что это действительно разница. Теперь, когда я могу отключить телефон или уйти из дома на ночь, или просто когда мы сидим, ну, или когда тихо, и мы просто вдвоем сидим и говорим: я люблю тебя, блин. Ой, господи, боже мой. Чипсы. Чипсы. Ну, чипсы, что сказать. Так. Вот тут мне что-то все не нравится. Совсем не нравится. Так, печка. Эверетт. Это же не Ли Эверетт, как в Walking Dead был. Так. Пожалуйста, дайте мне фонарик. Вот так. Письмо. Дорогая Саманта Гринблэйр. Мы поздравляем тебя с зачислением в группу, ну, так сказать, ну, в группу писателей на лето. Основанно на твоем портфолио и академических записях, мы также рады тебя профинансировать и покроем 75% платы за учебу. Ну, так сказать, ну, документация, которая идет вместе с этим письмом, содержит твой распорядок дня и так далее. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Так. Давайте я вам переведу. Я такая глупая иногда. Я говорю Лонни, что, ну, когда мы в колледже, и мы там строим какие-то планы, что ты должна там меня навестить, остаться там у меня в гостевой комнате. Но она сказала: Сэм, я, ну, так сказать, уплываю 6 июня. Я думаю, куда? Она сказала, ну, на тренировке. Что ты думаешь, что ты это... Как ты думаешь, для чего мне ну, вот этот костюм армейский, например. Я думаю, она планирует пойти в армию после окончания школы. Я думаю, что она действительно туда... Ну, я думаю, что она действительно хочет это сделать. И поэтому это было похоже на, ну, то, что после выпускного мы больше никогда не увидимся. Она сказала: давай веселиться, пока мы можем. Ой, так, это фотография отца, по-моему, Ричард Гринблэйр. Что с ней случилось? Так. Не нравится мне все это. Так, ну это книжка его. Чё? А,
ну это мы читали. Так. Блин, как-то мне вообще, знаете, как-то неспокойно в этих темных комнатах. Я прям захожу, меня замирает все. Открытка. Эй, Сэм, я пишу тебе из Mount Doman Falls. Я здесь в каком-то дебильном этом каком как какой-то дебильной экскурсии, и она глупая, потому что, ну, говорит то, что сейчас март, и здесь холодно и дождливо, и кто сюда вообще поедет. Как бы мне хотелось, чтобы ты была здесь. Ой, подожди, ты же здесь, потому что я пишу тебе. Это Лони написала. О, подожди, ты же здесь, потому что я пишу из магазина. И черт. И типа ты идешь, заходишь. Ну я вообще не помню, что такое. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Ну, когда они были на экскурсии, они немного отстали и потерялись. Очень сильно потерялись. Они спустя где-то час они нашли тропу, бежали все в грязи, кричали, чтобы автобус не уезжал. И, ну, из школы позвонили домой, сказали, что типа они как-то потерялись. И родители сказали то, что она никогда не попадала в такие передряги до того, как встретила Лони. И Сэм думает то, что они реально о них знают. Что за скрипы? Что это за коробка? Что такое? Ладно. Так, газеты. Дофигища просто. Знаете что, давайте пока в тот коридор не пойдем, сходим сюда. Потому что мне реально что-то сыкотно туда идти. Да вы издеваетесь, блин. Front door, liberally, kitchen, guest room, Mr. Massens room. Что такое? Так. Знаете, что мне тут вообще не нравится? Что такое? Girl Scout. Опять еще одна песня вот эта вот. Мне вообще не нравится. Фигня какая-то. X-Ray Specs. Хм. Так. Письмо. Ёкарный баба. Ладно, давайте я попробую это перевести. Дорогая Сэм, это Лони пишет. Мне так понравились твои рисунки. И я думаю, о нас, когда я рисую это. Я знаю, что ты... Что-то... Ты мне говоришь, что ты любишь Мексику. Природа здесь очень сильно отличается от той, которая была дома. Я все еще продолжаю думать о
Аллегра и первом помощнике, ну вот этот из сказки, ну не сказки, а истории, которую написал Сэм. Как, ну, о том, как они потерялись на странном острове. И где даже растения пытались их поймать. И потом, я думаю, о них вместе и о том, как они выбрались, ну, прошли через все это вместе, и я начинаю думать о тебе опять. Я лежу на кровати и практически могу тебя почувствовать. Я пытаюсь как бы представить, что мы опять вместе, но это нелегкая работа. Но я попробовал. Ну ладно, хватит об этом. Твое последнее письмо пришло ко мне сзади до того, как мы стали переезжать опять на север. Если, ну и будем на перегонки с этим письмом домой. Если я приеду домой первое, то мы прочтем его вместе. И да, у меня просто тонны фотографий. Нам придется провести столько времени в темной комнате. Блин. Ты чё там? Чё это за темная комната? Мне уже не нравится, блин. Girl Scout. Set list. Чё это? Я вообще не понимаю, чё это такое. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Сейчас я вам переведу. Ой. Ну, вот эта вот группа Тодда потеряла этого певца. Тот сказал то, что он в дерьме. Вони сказал то, что она устала от его дерьма. И они думали, где бы взять нового певца. И Вони такая выглядела, такая, я могу петь. А все такие на нее смотрят, думают, ты можешь петь. И она такая, то наверное. Но... Ну, они уже как бы репетируют целую неделю. И я увидела их, как они репетируют в подвале Тодда. И она была реально крутая. Мне, я была так горда, когда она была на сцене. Было... Ну, это круто, когда ты гордишься кем-то, кого любишь. Итак, все знают, как это похоже. Ну, обычная ситуация. Пока она не уплывает, ну, не уплываю в июне. Ну, но, типа, ну, пока я собираюсь быть на каждом их концерте. О, господи, что такое? First floor plan. Underhill. Ага, план первого этажа. Комбинация. Погоди-ка. Да закройся. Так. To open, turn the first number in right 3 times. Stop at... Что-то... Turn left 1 number to start from passing first.
Ну-ка, 0501, давай, здесь подойдет. Ноуп, ладно. Черт, не работает. Ну, тут у нас дрова лежат, насколько я вижу. Нам тут особо делать нечего. Игрушка. Сейчас я ее там осмотрю. Ладно, больше нам тут нечего делать. Коняшка. На ней ничего нету. Ну и ладно. Так. Она какие-то драгоценности купила. Да, $80. Так. Вот сюда вот я вообще не хочу идти. Ну ладно. Блин, вообще пробирает в некоторые моменты страх такой. Ну не страх, а такие, знаете, беспокойство. Что-то... Что-то мне это напоминает. Кто это ведет? Ага. Вот эта комната. Блин, сколько ходов тайных в этом доме. Капец. Брат мобайл. Скрэп, скрэп, скрэп. Потом посмотрим. Да блин. Так, тут у нас что за дверь? А. Типа, ангелы, благословите этот дом. Ненавижу мигающий свет. О, Earth, Wind and Fire. Прикольно. Этот, как он, билет на их концерт. Испанский. Блин, нам столько прочитать надо. Пойдем сначала сюда. Чипсы. Письмо. Блин, ладно, потом. I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like, it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Хм. Ну, она говорит то, что мне иногда не хватает Лонни. И говорит, даже Лонни иногда не хватает Лонни. То, что когда она была в армии, она прям... Ну, не в армии, а на тренировках, типа... У нее она была такой, что типа... запросто. Без вопросов, без ничего там. И она такая думает, что она пойдет в армию и будет врать насчет того, кто она есть и так далее. Так, капитан Аллегра.
мобиль. Довольно услышала. Тебе хватило. Так. Так. Пицца. Прикольно. Я бы хотел пиццу сейчас поесть. Костюмы, скелеты и черти. Так. Черлидерши из Smells Like Teen Spirit. Ну, из видео Smells Like Teen Spirit. Одна девчонка оделась как Джеки Кеннеди. Ну, девчонка из Странного дома. Самая крутая вещь — это быть девчонкой из Странного дома. Ну, дебилизм. Так, но это мы уже читали. Ладно, ну нафиг. Слишком много. Еще одна новая песня. Скажу сразу, они мне не нравятся, поэтому я их не слушаю. Ненавижу мигающий свет. Так. Блин, сколько всего надо читать в этой игре. Это капец. Что-то. Ну, так, ну ладно. Ой. Эвони. Извиняюсь за мою маму, что она была такой сволочью прошлой ночью. Она тебя так приняла, как будто ты, ну, вообще не член нашей семьи. Так, ну, короче, мне жаль. Ага, да нормально все. Я знаю, что она просто завидует нашему образу жизни. Мне жаль за тебя. Ну, мне стыдно за тебя. Мне везет, что моя мама живет во Флориде. Ты видишь свою маму каждый день. Извини. Что-то, ну это я не понял, ну что-то. Не, я серьезно. Алони уже пишет. Моя мама — это просто какая-то психованная христианинка, и у нее новый муж Дон. А жить с ней во Флориде — это просто полное наказание для меня. То есть ты не хочешь жить со своей мамой во Флориде? Нет. Блин. Какая-то фигня. Так. Сэм. Череп — это самая крутая вещь, что я нашла в Мексике. И он... Что это? И он стоил 3 бакса. Мне он очень понравился. С Рождеством. Скучаю. Лони. О, господи, что за бред? Чёрт. Так. Сумка мамы. Опять какая-то инструкция.
Эй, Джен. Ну, привет, Джен. Это, видимо, мать. У меня два билета на Earth, Wind & Fire. На... какого? Вторник? Не. То ли вторник, то ли четверг, не помню. По-моему, четверг. Но моя подружка сказала, что она не хочет идти. Ну и не нравится музыка, короче, такая. Ну, у меня остался лишний билет, так что не хочешь ли ты со мной пойти? Рик. Шкаф. Папка. Пропуск Саманта Гринблэйр. Принципалс офис. А, короче, ей нужно прийти к директору за то, что она распространяла всякие непозволительные материалы в школе. Что бред какой-то. Ага. Ну понятно, ее Сэм, короче, под домашний арест посадили. Отделили от всех социальных привилегий, таких как телефон, машина. И вообще ездить куда-нибудь, кроме школы. И они ей не разрешают дружить с Лоней, чтобы она близко не подходила к их дому. Это мое последнее слово. И давай договоримся, чтобы этого больше не повторилось. I had an interesting talk with mom and dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known since, like, She-Ra. Mom and dad didn't, I guess. They saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Ну, короче, у нее был серьезный разговор с мамой и папой. И то, что, ну... то, что никому такого не пожелаешь... Они увидели и вот эту вот фигню. И вещи в шкафчике в ее, и... Ну, типа, решили подготовить... Ну, она решила как-то их, что ли, подготовить о том, чтобы они, что они узнают о ней с Лони. Она думала, что они будут кричать, плакать, злиться... Ну, они просто так вот спокойно это восприняли, сказали, ты слишком маленькая, чтобы знать, что ты хочешь. Вам с Лони просто нужно встретить нормального парня. И что это? Ну, они скажут, что это просто переходный период, и все. Вот так вот.
Это, короче, ее поздравляют, Сэм, по-моему, да, с тем, что она устраивается на работу. Ну, безусловно, очень такое. Да, The Gits. Такой серьезный шаг, так вот устроится. Вот ее поздравляют. Это, короче, недописанная рукопись ее. Ну, вот это вот про Капитана Аллегру. Написано это... Ну, не-не-не-не-не-не. Это еще одна, короче, книжка отца. Написал Терренс Гринблэр. Или это она, Терренс. И написано, ну... Не... Типа, не сдавайся. Тут пиши дальше. Значит, что-то там хорошее, интересное. Так, ну тут мы были. Блин, как ж тут темно. Чёрт. Записка. График Сэм. А, ну, работает в... Что-то типа Бургер Кинга. Ну, расписание с 3 до 7. В субботу с 12 до 6. Их приглашают на ужин. Вот диспенсер. Так, что у нас тут в холодильнике? Сыр. О. Так. Пицца. Всю пиццу схавали, заколебали. Так, тут у нас вообще все. Вообще какой-то тотальный беспорядок по всему дому. Что такое? Что здесь происходило? Я прям. У меня ни малейшего понятия нету, потому что беспорядок абсолютно в каждой комнате. Такое произошло. Мне уже страшно идти наверх, на чердак. Саманта и Дэниел были в лесу однажды. Было солнечно. Ну, они гуляли. И они забрели в плохую часть леса, и стало темно. Дэниел сказал... типа, ты заблудилась? О, Саманта сказала, нет, а ты? Ну, типа, ты... Ну, с карты я не знаю, может, что-то другое означает. И, ну, они дальше шли и... забрели еще дальше в плохую часть леса. И... потом они... дошли до куда, ну, наверное, до корабля. Ну, они набрели на пиратский корабль. Блин, с ошибками написано, трудно переводить. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong. And I was thinking about how we used to be friends, how much I take him for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. No. К ней пришел Дэниел, тот, который в игры играл, ну, в Street Fighter. Принес эту историю, но Лони, ну, Лони, Сэм сказал то, что они не могут быть друзьями, она им, ему о всем, обо всем рассказала, о Лони и так далее. Он просто обнял ее и, ну, типа, сказал, что все понимает и так далее. Что такое? Опять Брэдмобиль.
Блин, мне эти песни их не вообще не нравятся. Тут у нас... А, это гараж. Записка. Погоди. А, понятно. Сэм, мы с мамой будем в отъезде довольно... мы будем, короче, в отъезде, празднуя годовщину. Мы будем... Ну, нас не будет с 7... С 3 по 7 июня. И мы позвоним, когда будем ехать домой. А, прости, что кухня так и нету. Кухню мы так и не доразобрали. Ну, после переезда. Никогда не доверяй, так сказать, этим подрядчикам. $40 на столе, чтобы ты заказала пиццу, когда мы уедем. Не скучай, папа. Кепка. I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions. No contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So... they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country. The other side of the world. My mind, like, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Mm-hmm. Ну, Сэм спросил его, не готова ли она к... отплытию, что она с собой брать будет. Она сказала то, что ничего брать нельзя, нету никакого контакта с внешним миром, просто тренировки и так далее. И после этого неизвестно, куда тебя закинет, в другую часть страны или света. И Сэм думает то, что она действительно просто ее просто не будет, и все. Так, опять книжка. Так. Это написано что-то об его книгах. Фух, капец, как же от этой игры устаешь. Сколько тут надо переводить. Ужас. Так. Еще две комнаты у нас тут осталось. Открытка из Барселоны. Ну, билеты на концерт. На концерт Girl Scout'ов. Самый последний. $3 билет. 3 июня. В субботу. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. And she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Mm-hmm. Ну, на последнем концерте Лони пела просто офигенно. И последнюю песню она адресовала Сэм. И то, что она... Ну, это ее сильно растрогало. Ну, и она убежала. Когда она... Ну, и она думала то, что...
пойдет за, за ней то, что, ну, куда угодно. Как она после этого без нее жить-то будет? Вони сказала тоже, ну, нашла ее и сказала то, что... извини, я бы хотел, что, чтобы вещи, ну, чтобы все было по-другому, но сейчас я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Сэм сказал то, что ты уже, наверное, не можешь этого сделать. Так, где включать? Это журнал какой-то, блин. У нас всякие туалетные бумаги и так далее. У нас еще одна ванная. Точнее, там туалет, а тут ванная. Стиралка. У нас тоже пусто. Ого. Ничего себе. Оранжерея целая. Прикольно. Видимо, здесь работал ее отец. Он же писатель. Здесь он работал. The Dental Human. Еще одна книжка Терренса. Ну да, видимо, рабочее место у него такое. Карта. Полночь, 5 июня. Последние приготовления закончены. Секретная дверь под лестницей. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Ну что? Они, ну, сейчас переведу. Они вот смотрели на фотографии, и ей казалось то, что все уже. Скоро она совсем уедет. Вони говорила то, что ну, тебе надо как-то жить дальше, но как его зовут-то? Сэм говорила то, что то, что она не хочет жить без нее. И в этот момент Вони тоже расплакалась. Короче, все. Ну, короче, они обе расплакались. И ей кажется, что она уснула в ее объятиях, а когда проснулась, она уже была одна. Так. Так, тут у нас. А, нам не сюда. Сколько всяких секретных дверей. Ох ты, господи, боже мой. Они тут что, пытались призвать Оскара? Вот ключ от этого. От чердака. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here.
She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Так, давайте я вам переведу. Ну, свет заката в доме — это самая грустнейшая вещь, которую я только видел. Я просто хотел спать. Когда я была на чердаке, я почти чувствовал, что Лони где-то здесь. Она просто, ну, где-то на вниз по лестнице. Я просто ждала, что она опустит лестницу и поднимется сюда. Может, мне подняться на чердак и подождать? Блин, пентаграммы — это вообще плохо. Так, это Оскар, наверное. Name tag? Да, Оскар. Имя Вок. Что-то. Пищевая пирамида. Экзорцизм. Капец. У них тут что, призраки были, раз они... Блин, решили вот так вот. Сначала они спиритическую доску взяли, вызвали этого Оскара. Потом они захотели его изгнать, блин. Это реально мне напоминает фильм «Паранормальное явление», первую часть. Ну и что? Мы... остановимся там, где мы и начали, потому что, ну, серия долго шла. Ну, становится все интересней, что же мы найдем на чердаке, потому что мне уже реально как-то страшно туда идти. Ну, надеюсь, мы найдем там Сэм или еще что-нибудь. Ну, а пока увидимся в следующих сериях. С вами был Нейт. Всего хорошего. Пока.